Федеральное агентство по туризму и Российское военно-историческое общество представляют военно-исторические маршруты России. Побывайте в местах воинской славы страны. Это незабываемое путешествие по страницам нашей истории. Свердловская область, Кузница Победы, предприятие «Уралвагонзавод». Здесь создавали легендарные танки Т-34. Ямало-Ненецкий автономный округ. Средневековые остроги Абдорск и Мангазея московских воевод. Арктический фронт на Ямале и немецкие подлодки в Обской губе. Курганская область, тыл, дело чести, трудовые подвиги Зауралья в годы Великой Отечественной войны. Тобольск, форпост освоения Сибири, каменный Кремль и державный град Российской империи. Подчеваш, место решающего сражения казаков Ермака с войском хана Кучума. Челябинск, знаменитый танкоград. За годы войны здесь было выпущено 18 тысяч боевых машин. Путешествуйте по России. Гордитесь историей своей страны.